Очередной удар по амброзии решили нанести сейчас, в период цветения. Пыльца этого сорняка – сильнейший аллерген. Самый эффективный способ уничтожения – вырывать кусты с корнями. Помимо механической очистки от этого страшного сорняка, еще проводит информационно-просветительскую акцию. Будут розданы на территории города, в районе Театральной площади, центральной части, набережной, специально подготовленные информационно-просветительские листовки. Мы будем ходить в дома и говорить о том, чтобы жители неравнодушны были к своей территории. Молодежный десант в этот день высадился по всему городу. Пример оказался заразителен. Все стараемся. Правильно. А иначе где заросли, там он начинается пакеты расти. Спасибо вам. Впрочем, были и совсем другие примеры. Сотрудники автомойки, окруженные кустами амброзии, лениво наблюдали за работой активистов. Однако по закону предприниматели, которые зарабатывают деньги, обязаны держать в порядке прилегающую территорию. Призываем не только всех граждан, но и наш бизнес, наши предприятия, которые находятся на территории нашего муниципального образования, уделить этому вопросу максимум внимания и выйти и выкосить всю амброзию, которая растет вокруг объектов и домовых территорий. Если призыв действия не возымеет, владельцу земли, на чьей территории разросся сорняк, будет выписан штраф. Период цветения амброзии продлится до октября.